Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Всем привет, пацаны! Сегодня у нас будет новое видео на проекте Родина Ролеплей Центральный Округ. У них здесь Кирюха Полканов, поэтому можете вводить по ним при регистрации. Вся информация есть в описании под видео. Сегодня будет, пацаны, как всегда, смешная нарезка с админки. Если вы хотя бы один раз улыбнулись при просмотре этого видоса, то, пожалуйста, поставьте лайк, потому что я старался, монтировал, снимал. Просто возьмите, поставьте лайк, ну и подпишитесь на канал, потому что моя цель до лета добить 19 тысяч подписчиков, а вы мне в этом можете помочь, поэтому возьмите, просто подпишитесь на канал, поставьте лайк, напишите комментарий, чтобы это видео поднялось в топе. Всем желаю приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Разборочки, смотрите. Я разрезаю все пули. Бля, это так весело зайти и посмотреть, чем люди занимаются через админку. И просто из этого делаешь контент. Это я понимаю, пацаны, круто. Нет? Тупо пацан с этой, с катаной. А он разговаривает? Ты разговариваешь? Они... Чего, убил кто-то? Ты дебил? Ой, ДМ, братан, ДМ, братан. Вот это у них разборочки, да? Думаю, ты теперь покрутой, да, гандон. В ком, блядь, стреляют, я не понимаю. Здорово, гандоны. Я иду, что это боя 150 лет, нахуй. Пацаны, успокоились, на раз, два, три. Да кто там орёт, я не понимаю. Пацаны, стойте, пацаны. Казахша. Нахера он его убил, я не понимаю. Андрей, меня вылечи. А это вообще, ну, забагалось ещё? Какой-то голос еще, блядь, непонятно откуда появился, блядь, меня вылечи. А, я же за тем пацаном смотрел, точно. Оно забагалось, я понял. Не, ну то, что он его убил, я, конечно, вообще не понял, зачем он это сделал. Пацан просто стоял, как бы, ну, никого не трогал, никого не обижал. Моя тачка, я вообще-то хотел. Ой, зря, сейчас упадешь. Да хуй тебе, я первый не буду садить. А вот ты упадешь. Зря, Дива, под текстурку. А, это не то. Ну похуй, ты тоже упадешь. Да уж, конечно, это сильно. Блять, я перевернулся. Садитесь, сюда. А ну, в натуре, ребят, а если я подъеду, и вы попробуете сесть? Дима, вы где? Стой! Пододвиньте тачку сюда, я сяду. Слушай, Джон, я, конечно, все понимаю, но все, прогресс пошел, как бы этого не избежать. Скорее всего, ты умрешь. Ты готов умереть достойно с честью? Ну, уже процесс пошел, прости, брат. Тихай, на 5 метров от меня уже процесс идет. Пиздец, отходи уже. Илюху за 1 рубль. Ууу, сука! Ой, я знаю, что я сделаю. Сейчас вместо меча ему дам, короче, самотык. Че, он начнет это делать, я ему, да, короче, можно, самотык выдам. Для этого пройти. Посмотрим на его реакцию. Мне кажется, будет поинтереснее, чем меч его. Вот это джиу-джитсу, я понимаю. Интересно, кто мне письмо подсунул, блядь. Вот это уже другой разговор, это я понимаю, вот это джиу-джитсу, блядь. Из этого, из сабли, короче, писюн появился. А ну давайте я тпфнусь туда, короче, буду рядом стоять. Пойдем, у меня сколько хп? А, у меня хп нормально, как обычно. Так, давайте сейчас телепортируюсь туда. Вот, типа я просто бегу, никого не трогаю. Просто последим за ними, послушаем, о чем они говорят. Я тоже знаю единоборство восточное, так что я с тобой сейчас буду. Да пиздец, все спиздили. Я сам не знаю, на катал. Вот, бля, сейчас. Чисто все сейчас кликают. О, это отойдите. Другое дело. Просто я бы писюн дал его. Все одинаково, слышь. Нормально. Чисто все кунг-фу. Я поменял другой единоморство. У вас что, дрыган? Единоморство. Короче, я ж был с катаной, да? Я, короче, катану решил обменять на писюн. И теперь я даю... Это, знаете... Опачки! Стой, Кирюха! Фиксировал, кого ёбнуть? Нихера, смотрите, пацаны, тут этот, админ, только заметил, прикиньте! Вот он, блин, за нами следил! Если чё, Кирилл, мы друзья! О, пацаны, писюном его, писюном! Бьём его все, давайте все толпой! Дайте я его! А я думал, у него там прогул! Что ты делаешь, дурачок? Кирюха, если чё, мы друзья, мы тут этот сами с собой стреляем! Что делаешь, дурак? Мы нет, мы это. Мы не такая делаем, а это. Ну мы вообще-то вот. Я застрял, мы пикашем, да? Мы можем. Пацаны, я застрял! Как бы по факту. Ё-моё! Садись на картышке, я должен. Садись. Нет, ты встань, ты встань. Пацаны, я в морозе, а во. Мне кажется, вам выдали. Ё-моё, чё это такое? Чё это?
Ё-моё, Кирилл, чё ты нас пранкуешь, блядь? Пацаны, быстро ему писинами, писинами. А Кирилл, это читер, ё-моё! Ну выдай нам! Да ё-моё, бляха-муха! Это, Кирюха, выдай мне хпшки, пожалуйста. Выдай мне хпшки. Иди сюда, сладкий. Админ, тут дэга. Иди сюда, сладкий. О, души, Кирюха, вообще лучший. А вот, пацаны, я этого и ждал, пока все зайдут. Давайте всем выдадим писюны. Вот это будет самое интересное. Чё, у тебя хер как он доволен. Да, дай мне. Дай мне тоже вибратор, я хочу вибратор. Меня оружие отобрали, Алюно. Я вибратор тоже себе хочу. Ого, а он даже сюда? А вибратор всегда? Тёлка забрала, блядь. Спасибо. Дайте мне тоже. Капец, они радуются, брат. Всё, пойду девушку следить. Хотя я себе оставлю вибратор. Девушки меня хватают. Слышь, а он навсегда? Смотрите, что они делают просто. Капец, они радуются. Я просто ору с них, блядь. Это пиздец. Я, конечно, такой реакции реально не ожидал. Админ шалит. Ну, возможно. Алло, админ, что ты делаешь? Админ, он заебал. Сейчас, где с Димоном будет машина. Админ! Ай, блядь, это сильно, конечно. Админ, ну хватит. Так, давайте я поближе к ним подкрадусь, послушаю, о чем они там говорят. Я типа не при делах такой, типа просто иду, никого не трогаю. Какие-то тут писюны происходят, я не знаю. Бля, вспомни тачку. Ну так просто ляжем, будем смотреть. Димон. Еще берите машины. Садись, телек сюда наберет. Давайте будем тпхать машины. Смотрите, просто смотрите, пацаны. О, Дима, я хочу к тебе сесть. Открывай. Давайте еще раз, 199. Блять! Ой, это сильно, конечно.